Разрешите в преддверии самого знаменитого праздника в нашей стране, 77-й годовщины Великой Отечественной войны, поздравить вас с наступающим праздником от руководства таможни, пожелать вам здоровья, счастья, быть всегда, как все ветераны, в кругу родных людей принимал поздравления с приближающимся Днем Победы ветеран войны Владимир Петрович Сатюк. Он прошел нелегкую и мучительную дорогу войны с надеждой, что будущее поколение будет жить в мирное время. Выразить признательность этому человеку за мирное небо над головой приехал заместитель начальника Брестской таможни Виктор Веремеюк вместе со своими коллегами и учащимися первой школы города Бреста. Брестской таможне отдельное внимание уделяется работе с ветеранами, особенно мы стараемся окружить их своей заботой в праздничные дни и памятные даты. Не исключение и предстоящая дата 9 мая, День Великой Победы. В настоящее время в таможенной системе Республики Беларусь остался единственный ветеран Великой Отечественной войны и по совместительству ветеран таможенной службы Владимир Сатюк. А вообще, в целом, 80-летняя летопись Брестской таможни содержит в себе биографии 180 ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов таможенной службы, работавших в разное время в Брестской таможне. Во время душевной встречи Владимир Петрович делился своими воспоминаниями. Ведь в первый день войны сегодняшний ветеран, а тогда мальчишка, оказался на оккупированной территории, так как его родная деревня Владычица находилась в 10 километрах от границы. В 1941 году ему исполнилось 14 лет. За 3 года оккупации Владимиру Петровичу пришлось на себе испытать жестокий порядок, установленный фашистами. Когда началась война, ему было 14 лет. Немцы их, из деревни вот таких хлопцев согнали на строительство вот в Парахонской дороге. После вот как там они отработали, тут уже это самое... Когда освободили, то есть ему 18 лет, его забирают в армию. Это в декабре 44 года. Там прошел ускоренные курсы этих, водителей, танкистов. И уже отправили ихнюю часть на... Вот он был в Венгрии. Венгрия, Румыния. То есть принимал участие там в боях. Но он был шофером. Сами понимаете, тут 44-й, тут уже и освобождение. И после, тут за границей, их отправили в южную группу войск, то есть и до 51-го года он служил. Владимир Петрович и его дочь Елена Лаврова поблагодарили гостей за постоянную поддержку и память, что сотрудники таможни не забывают тех, кто прошел через суровые испытания и победили фашизм. Поздравления также звучали и в квартире Александра Ивановича Яковлева. К сожалению, по состоянию здоровья он встречал гостей сидя, однако был рад и заметно оживился при их появлении и сразу начал рассказывать истории войны. Очень много приятного. Коль не забываете наш, а мы, естественно, ваш, молодежь, смотрим, как вы строите новую жизнь. Как видите, мне в этом вопросе везет. Родился я в самом начале советской власти. Прошел социализм, продолжал после войны, теперь новая Беларусь. К сожалению, с каждым годом фронтовиков становится все меньше. И это большая честь для сотрудников таможни поздравить их лично, выразить слова благодарности и признательности за вклад, который они внесли в великую победу.